Салют, друзья, меня зовут Саша, и сегодня мы с вами посмотрим новый клип 91 под названием «Бари Билет». 91 прям балуют нас своими новыми клипами. Совсем недавно выходил их новый клип под названием «Man MS», и вот сейчас, 3 дня назад, вышел еще один их новый клип под названием «Бари Билет». Это прям очень жестко и очень часто, потому что до этого их клипы не выходили, ну, прям очень долго. А сейчас прям за 2 недели 2 клипа, это... очень круто. Кстати, друзья, кто не видел мою предыдущую реакцию на их прошлый клип, то ссылку я оставлю вам в описании, вон там в подсказке сможете посмотреть. Клип реально стоящий, он очень интересный, а также он затрагивает очень важные темы, поэтому посмотрите. Также в комментариях вы мне написали то, что этот клип тоже очень важный, и он затрагивает какие-то проблемы в мире. И я не знаю, что это может значить, но я думаю, то, что сейчас мы с вами это и узнаем. Также, друзья, если вам интересна тема кью-попа, для вас я в описании оставил ссылку на мой плейлист со всеми моими реакциями на кью-поп песни, а также там подсказки вы тоже сможете найти этот плейлист. Вам будет очень интересно посмотреть эти видео, да. Друзья, ну а привет сегодня у нас получает Гулбану Айдынова. Вот твой комментарий, спасибо, то, что ты его написала. Спасибо огромное за перевод названия этой песни, потому что я никак не мог разобраться. Также, друзья, привет у нас сегодня получает Улбасын Жалгасова. Вот твой комментарий, спасибо, то, что ты его написала. Как раз таки она написала то, что в этом клипе очень глубокий смысл, который мы сегодня посмотрим. Бари Билет. В общем, ладно, друзья, погнали смотреть. Так, Just Entertainment, начинаем. Надо бы, знаете, запомнить имена участников, потому что я хочу их различать. Субтитры, кстати, будут сверху, потому что у меня микрофон закрывает снизу, я не могу прочитать. Ух, как камера двигается! I'm the main character of my life. То есть я главный герой моей жизни. Я выбрал эту игру. Ага, я вижу. Здесь, получается, показывают проблемы. Вот это проблема суицида. Видите, петли везде. Ну, наверное, вы знаете, а я не знаю. А это проблема воин, наверное. Наверное, одна из самых главных проблем. А это проблема загрязнения. 100%. Это проблема в семье. Ух, как камера двигается, у меня аж мурашки идут. Написано, подождите, я не успел. Когда... Так, субтитры мешают. Когда твоя сила поворачивается в слабость... Почему они плачут? Или что? В общем, я что-то неправильно перевел, наверное. Как звучит! Классно! Ой, загрязнение. Знаю, что нужно делать, все бездействуют. Узел развязывает. Блин, как камера двигается, класс, как будто фильм. Это, наверное, свобода слова или непонимание языков разных стран, может быть. Человек человек. А, показывают, как может быть все, да? То есть
эти проблемы могут легко решиться. Вот, в семье уже все хорошо. Нету больше суицида. Люди радуются. Ух, как жестко! Аж мурашки от этих кадров идут. Капец. Реально прям мурашки идут. А это проблема загрязнения здесь была. На самом деле, друзья, 91 реально очень важная тема затрагивает в последних своих клипах. И они как бы нам показывают то, что мы можем легко исправить эти проблемы, мы знаем, как это сделать, но никто ничего не делает. И после просмотра и прослушивания этого клипа я реально задумался, а могу ли я чем-то помочь планете и решить эти проблемы, которые они нам показали? И я думаю, то, что многие из вас тоже после этого клипа задумаются, можем ли мы, зрители 91, помочь спасти нашу планету от загрязнения, от всех войн и проблем. Или хотя бы попытаться это сделать. Потому что, серьезно, эти проблемы, они очень глобальные. Проблема суицида, проблема в семье, проблема загрязнения, проблема войн, свободы слова. Это все можно реально очень легко решить, но почему-то никто этого не делает. И это очень грустно. На самом деле, я реально удивляюсь, то, что 91 в последних двух клипах такие важные темы затрагивают. Может быть, в прошлом клипе я еще не увидел такую глубокую тему. Там больше про Казахстан и про культуру Казахстана было. Но в этом клипе это прям глобальные проблемы. И они огромные молодцы, то, что так сделали. Они призывают своих слушателей улучшать и вести нашу планету к лучшему. И это очень классно, и это очень правильно они делают. И они огромные молодцы, то, что так делают. Очень мало исполнителей, которые так делают. Друзья, обязательно напишите, что вы думаете по поводу этого клипа в комментариях, потому что очень интересно почитать ваше мнение. И мне кажется то, что с помощью таких клипов наш мир реально станет лучше. Люди, может быть, начнут прислушиваться, и мы вместе будем улучшать нашу планету. Например, перестать бросать мусор на улице. Это что, так сложно? Это как бы вообще не сложно. У себя в городе я видел очень много людей, которые прям идут возле мусорника и почему-то бросают бутылку рядом с ним. А потом жалуются на правительство то, что в городах грязно. Но это же неправильно, серьезно. Они сами виноваты в этом, и они на это жалуются. Мы можем легко это исправить, но мы ничего не делаем. Да. В общем-таки, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Саша. Пока-пока.